заждались. С вами снова Канат и обзор новостей ERG. Заметили, как первый месяц весны евразийцы буквально растопили добрыми делами и событиями? В ближайшие 5 минут я расскажу вам самые интересные новости за март месяц. Погнали! Главным событием марта и традиционным для нас стала волонтерская акция «Наурыз. Месяц добрых дел». Евразийцы дарили настроение детям с особыми потребностями, расчищали дворы у пенсионеров от снега, помогали приютам для животных и всем, кому нужна была теплота и забота. Масштабы акции впечатляют. Волонтеры убрали свыше 80 тонн снега, навели порядок в 30 домах, вручили 125 продуктовых корзин, 146 фруктовых и обеденных боксов. Собрали около 2 миллионов тенге на благотворительных акциях и ярмарках. И это далеко не все. Евразийцы еще раз доказали, что карантин добру не помеха. Мы, конечно, не оставим без внимания новость о меморандумах. На этот раз ERG подписала его с акиматами Павлодарской, Костанайской, Актюбинской областей и города Шымкент. Интересно, что полезного от этого получат горожане? В Павлодарской области ERG направит свыше 3,4 миллиардов тенге, в Актюбинской области свыше 2,8 миллиардов тенге, в Костанайской области более 3,5 миллиардов тенге и в город Шымкент 100 миллионов тенге. Суммы будут направлены на реализацию социально значимых проектов. Новый детский сад, безопасный школьный маршрут, спортивный центр, капитальный ремонт тепловых сетей и многое другое. Ну а чем запомнился первый месяц весны производственникам ERG? На Ахсусском заводе ферросплавов у металлургов появился виртуальный наставник. Компьютерный тренажерный комплекс производства ферросплавов. Программа позволяет видеть ферросплавную печь в мельчайших деталях. С ее помощью можно ощутить себя участником технологического процесса, также виновником, возможно, аварийной ситуации какой-либо. Но я думаю, нам с вами этого не хотелось бы. Первое обучение коллег из Ахсусского завода ферросплавов пройдет уже в мае. За весь год планируется обучить около 300 ферросплавщиков. На волне производственной системы остаются сотрудники ССГПО. Вот, к примеру, 8 начальников участков получили бонусные карты на сумму 300 тысяч тенге по итогам оценки рабочих мест в рамках ERG Way. Это, к примеру, можно по горящей путевке в Дубае съесть. Но это шутка. Наши сотрудники потратили их иначе. Деньги они потратили на инструменты, бытовую технику и прочие материалы для улучшения условий труда в своих цехах. Круто? Конечно! И такая возможность есть на всех предприятиях, где уже внедрена производственная система. Война войной. Обед по расписанию. О! Картошечка! На предприятиях группы обновили столовые в рамках единого стандарта санитарно-бытовых помещений ERG. Светлые стены, новые столы, приятная атмосфера и яркий интерьер. Теперь радуют сотрудников ССГПО, КБРУ и разреза восточных. На этой вкусной и приятной ноте мы завершаем мартовский выпуск новостей. Всем пока!